Президент посетил Белорусский государственный медицинский университет. Здесь состоялся обстоятельный разговор об успехах и проблемах отрасли. Свои вопросы главе государства могли задать не только из Минска, но также из областных центров. Прямая трансляция из столичного вуза велась прямо в региональной аудитории. Президент ответил на десятки вопросов. В частности, Александр Лукашенко заявил, что считает необходимым повышать в стране престиж врача общей практики. А для решения кадровых вопросов необходимо заинтересовать специалистов жильем и заработной платой. Александр Лукашенко отметил, что важнейшая задача медицины – увеличить продолжительность и повысить качество жизни граждан страны. Мурал «Личбовый свет» на улице Притыцкого в Минске признан лучшим в мире по версии международной платформы «Стрит-арта». По традиции на конкурс отбираются самые интересные росписи, выполненные по всему миру. Всего в конкурсе в этом году участвовало 16 панно. Среди финалистов были работы из Испании, Украины, Чили. Более половины участников опроса проголосовали за картину белорусского автора Евгения Сосюры. Сегодня из Минска в поместье Деда Мороза отправляется новогодний экспресс. Поезд будет курсировать из столицы в Брест каждые выходные декабря и первую половину января. В Беловежской пуще гости проведут целый день, после чего вернутся в столицу. Ежегодно новогодним экспрессом пользуются более 1500 человек. Планируется, что в этом сезоне путешествия в поместье Деда Мороза совершат более 2000 пассажиров.